Семь раз отмерь, один раз отрежь. Такой народной мудрости придерживаются специалисты, выполняющие ремонт тротуара на улице Советской Армии, где имеется перепад высот. На объекте обновляют не только тротуар, но и приводят в порядок лестничные переходы. С помощью этих бетонных бордюров строители устраивают каркас будущей лестницы, после чего проемы засыпят щебенкой и уже выровняют ступени слоем асфальта. А совсем рядом угадывается силуэт будущего пандуса. Такая же схема устройства лестниц с удобством для маломобильных граждан будет и на других участках улицы. Жители отмечают, что раньше пешеходная зона и особенно лестницы были в неудовлетворительном состоянии, а дорога пользуется большим спросом. Вот мой дом, вот в эти магазины ближайшие. У меня и внуки, и на велосипедах здесь пытаемся кататься, и на самокатах. Поэтому этот тротуар вот обязательно нужен. Работы по обновлению тротуаров проводят в рамках исполнения дополнительного контракта на средства, выделенные по поручению главы региона. Из 48 объектов на 7 ремонт полностью завершен. Всего же на эту осень предусмотрели 4 доп. Контракта. Все они заключены с подрядчиками, которые определены по результатам конкурсных процедур. Таким образом, ремонтом охвачены и автомобильные дороги. Так, на улице 22-го партсъезда от заводского шоссе до Гагарина идет замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Полностью выполнено фрезерование, а минувшей ночью уложили 3000 квадратных метров нового полотна. Для этого используется высокопрочная смесь последнего поколения. Подрядчики взяли на себя обязательство выполнить работы качественно и в сжатый срок. Завершить работы по всем муниципальным контрактам требуется до конца дорожно-строительного сезона, пока климатические условия благоприятные. Контролируем максимально, насколько возможно, подрядчиков, но нужно учитывать, что ночью все равно холоднее становится. Вот, активизируем их и просим работать максимально и в выходные дни. Контроль за ходом работ по приведению объектов улично-дорожной сети Самары в нормативное состояние организован на каждом этапе. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События.